Сегодня я хочу показать вам комплекс упражнений, который подойдет не только спортсменам, но и всем, кто хочет себя хорошо чувствовать в течение дня. Разотрите ладони до ощущения тепла. Тщательно разомните лоб, виски, уши и шею. При выполнении наклонов головы движение выполняйте плавно. Выполняя упражнение «Когти дракона», представьте, что вы сдираете кору с дерева. Вращайте кулаки по и против часовой стрелки. Выполняя это упражнение, локти держите на уровне плеч. При выполнении данного упражнения полностью разгибайте локтевой сустав. Здесь следите за правильным положением ладоней. Самое главное в этом упражнении – стараться держать локти вместе. Представьте, что ваш позвоночник наматывается на канат. Вращение рук по часовой стрелке и против часовой стрелки. Старайтесь натянуть спину до самой поясницы. Скручивание рук за спиной выполняйте с плавным наклоном корпуса. Старайтесь плечом коснуться уха. В данном упражнении большие пальцы рук массируют поясницу. При выполнении наклонов старайтесь не сгибать колени. Выполняйте данное упражнение с максимальной амплитудой. При выполнении данного упражнения пальцы массируют коленные чашечки, ладони давят на коленную чашечку сверху. Старайтесь выполнить полный прогиб спины. Следите за равномерной нагрузкой на обе ноги.